Всем привет! Сегодня мы про поросяток немножко. Вот наши демоны. Сколько им? 23, по-моему, уже дня. Вот такие вот у нас хрюхи. Уже прям активные. И у мамки уже начали подъедать, и свой корм хорошо уже начали кушать. Водичку пьем. Вот у Бибы мы уже распорки эти все убрали, потому что растут поросята, место занимают. И немножко, чтобы нашей мамке было комфортнее. Это вот у нас чисто дюрчата будут. К ним зайдешь, это все, они тебя начинают съедать просто. Ну и пойдемте. Вот у нас, как обычно, все, кто нас смотрит, знает, что у нас водичка с кислотами. Бибас, Бобус, то есть. Ну и что здесь вот у нас? Здесь нам уже неделя вроде бы, если мне память не изменяет. Это у нас уже мама Иберийка, а папа Дюрок. Тоже такие вот красавцы получились. Ввела я себе как уже в привычку. На первые сутки я им удаляю клыки, хвосты купирую. Потому что, ну, чем раньше, тем лучше, тем безболезненнее это все для них и для мамки, как говорится. Потому что, блин, они грызут просто сумасшедшую мамку. Клыки, блин, размером с поросенка. Вот это вот хрюкает в унисон кормежки. Ой, что-то там происходит. Так, ну этим тоже у нас уже на докорме, но еще не активно. Вода тоже не активна. У мамки еще молока хватает. Ну, как мамка тоже она. Изначально вообще агрессивная была. Потому что первый раз. И как бы она не понимала, вот когда к морде они подходили к ее, она прям не понимала, что это. Там сейчас бойня за сиськи начинается. Эти как-то спокойнее. Еще маленькие. А здесь вот она. Кто-то сейчас может занять чужую сиську, и крика будет просто. В бой сразу. Как они трепят бедную Бибу. Вот это когда захрюкала свинка, это значит молоко пошло. Сегодня тоже будем немножко подготавливать уже детскую клетку. Надо побелить. Немножко марафет навести. Как бы все равно они еще с мамкой будут сидеть, но подготовить уже можно. Ну, а здесь вот так вот тихонечко все происходит. Это на крыска. Маленькая самая, но такая она, блин. Боевая свинка. Эти у меня еще с лампы сидят, а большие уже без лампы. Им жарко становится даже. Ну и все вроде бы. Вот так, никаких больше новостей нет. Как только начнется продажа, на сайте будет, естественно, объявление. Ну и обзвоню тех, кто у меня, в принципе, уже заранее бронировал поросят. Так что все, всем пока, всем хорошего дня.